представить вам инструмент, который был сделан. Это уже не первый инструмент, но первый инструмент субахар, который был сделан Сергеем. Но переводится дословно с хинди, это как весенний звук весны или что-то такое, сур-звук, бахар — это весна. Вот. Но это действительно очень такой серьезный инструмент. В основном используется в медленных вступительных частях композиции. Больше используется в стилях, таких вот древних стилях импровизации, как друпад называется такой стиль. То есть он более основан на таких древних песнях, древних мантрах. Ну, я сейчас просто несколько звуков создам, чтобы примерно представить себе. Внешне он выглядит как настоящий индийский. Ну, разве что здесь палки деревянные, да, у индейцев.